Дождливая погода настроена на победу не мешает. Футболисты со всех областей Казахстана собрались на стадионе БИИ. В Шымкенте проходит сразу два ежегодных турнира по футболу – «Жастар» и «Наурыз». В турнире «Жастар» принимают участие 16 команд премьер-лиги и 5 команд в турнире «Наурыз». Но этот турнир не только для футболистов. Эти игры – экзамен и для судей. Лучшие судьи этого турнира будут порекомендованы судейскому комитету для обслуживания матчей чемпионата и Кубка Республики Казахстан. 9 человек, которые кандидаты в главные судьи первой лиги, они в основном судят в поле. И остальные кандидаты на премьер-лигу. Это опытные уже, которые... Ну, они то же самое здесь. Проходят сборы, мы сдаем тесты, и теоретические, и видеотесты. Турнир продлится 10 дней, и победители определятся 21 марта.